Еще одно доказательство абсурдности теории эволюции. Знакомьтесь, колония муравьев-листорезов, несмотря на отсутствие зрения мыслительного аппарата, использует невероятные механизмы жизнедеятельности, требующие планирования и колоссальных знаний физики, биологии, химии, обществознания и так далее. Они сумели добиться слаженной работы колонии и несут листы в муравейник. В нем они готовят кашицу для дальнейшей ферментации грибами полимерных соединений в легкоусвояемую глюкозу, которой и будет питаться вся колония. А теперь давайте поразмыслим. Подобные механизмы требуют четкого планирования и знания природы всех процессов для экономии энергии колоний. Знать, что лист – источник углеводов, что из них для потребления подходит только глюкоза. А теперь самое главное – знать технологию расщепления полимерных соединений для глюкозы. Для этого они используют гриб, знают, что солнце – его враг, строят вентиляцию, чтобы не задохнуться от СО2. Для этого они должны были учесть законы энтропии газов для эффективной вытяжки. В этом смысле они еще богаче. Задолго до человека они научились синтезировать антибиотики для защиты своего гриба от паразитов. И это еще не все. Они знают даже природу привыкания паразитов к антибиотикам и предусмотрительно обладают несколькими их видами. Тем недавно учеными было обнаружено, что у муравьев нет мыслительного аппарата. У них есть программа, способная выполнять только команды. Для размышляющих ясно, что эту программу мог установить только Господь миров, небес и земли и того, что между ними.